Нарьян-Мар продолжает готовиться к Новому году. Главную елку города уже начали устанавливать на площади Марацей. Кроме того, символ праздника в этом году уже установили и в некоторых микрорайонах Нарьян-Мара. Александра Литкова расскажет подробнее. Новогоднее оформление улиц и площадей Нарьян-Мара идет полным ходом. Гирлянды и елки уже установлены в нескольких микрорайонах города. В этом году елку в микрорайоне Кармановка установили в новом месте в торговом сквере. Муниципальное бюджетное учреждение «Чистый город» продолжает работы по новогоднему оформлению города. И на данный момент украшено много территорий, в том числе торговая территория в районе пересечения улицы Ленина и улицы 60 лет СССР. В прошлом году здесь живая елка была украшена гирляндами. Людям как бы понравилось, поэтому было принято решение приобрести светодинамическую елку и установить на данном объекте. Жители микрорайона уже успели оценить новогоднюю красавицу и признаются, что, несмотря ни на что, готовятся к предстоящим праздникам. Вообще очень красиво, что вот она переливается, и еще вторая елочка тоже светится. Ой, здесь очень здорово. Мне это очень... И вообще первая елка в городе, как я видел, это было очень классно. Когда шел, было очень приятно это видеть. А я думал, мало ли, сейчас с карантином Новый год отменят, даже елок не поставят. Но, слава богу, что-то все-таки есть. На днях главный символ Нового года начали устанавливать на площади Марацей. К 5 декабря елка будет готова. В середине декабря на площади установят горки и световые шары. Параллельно идут работы по установке световых композиций и гирлянд на улицах города. Напомню, в этом году оформление Нарьян-Мара к праздникам начали немного раньше и планируют завершить к 25 декабря. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».